Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок управления Delco E83. Это Chevrolet Cruze. Ребята попытались залить какую-то прошивку, и блок больше не выходит на связь. Сейчас мы проверим, так ли это, и будем делать в режиме рекавери его терминалом. Давайте откроем сканматик, включим зажигание, откроем Chevrolet Cruze. Так, двигатель от Delco E83. Смотрим, что происходит. Да, блок на связь действительно не выходит, то есть блок завалили. Сейчас мы будем делать рекавери с помощью его терминал. Припаяем проводочки по хелпу, зальем туда адекватную прошивку и уже попробуем на столе, как она выходит на связь. Давайте мы сейчас откроем его терминал. Вот Multitool 49. Так, и посмотрим. Opel GM. Лицо. Так, и вот выбираем 83-й от Delco. Давайте попробуем законнектиться. Не-а, не соединяется. Error пишет. Ну и также при чтении флеш. Вот он, reading flash. И опять error. Все, блок завалили. Открываем help его терминал. И смотрим, как нам подсоединиться bootpin recovery. Вот. Вот по такой схеме. Здесь 200 Ом резистор. По такой схеме мы будем сейчас подсоединяться. И такие уже здесь паяные, видимо, пытались восстановить этот блок. Значит, согласно хелпу, нам надо припаять резистор на 200 Ом. Вот сюда и вот сюда. Давайте мы это выполним. Так, припаиваем 200 Ом сюда. И сюда. Так, резистор у нас готов. Смотрим дальше, что у нас есть. Дальше у нас вот от этой точки идет вот на эту точку. То есть берем проводочек, припаиваем сюда и вот сюда. Так, вторая есть. Дальше у нас идет вот с этой точки. Так, запаиваем на конденсатор вот сюда. Так, его припаяем сюда. Так, и последний у нас идет B12. Так, вот она у нас, ножка B12 для перевода в бут. Мы ее припаиваем. Так, и вешаем сюда же на конденсатор. Вот на этот же. Так, все соединение для перевода в recovery моды мы выполнили. Давайте сейчас подключим блок и попробуем чтение и запись. Опять мы открываем его терминал. Переключаемся на bootpin. Выбираем от E83 и делаем connect. Вот мы сразу видим в строке, что у нас блок стал коннектиться на рекавери.
Так, ожидаем полного завершения. Вот он написал, что read-write функции возможны с этим блоком. Давайте теперь откроем memory dump. Откроем сразу же заведомо исправный флеш. И зальем его. Сейчас идет запись, о чем нам говорит прогресс. Мы подгрузили во флеш калибровки, которые нужно, потому что калибровки залили не те, из-за этого, собственно говоря, блок на связи перестал выходить. Но плюс еще хотели его поднять, втыкали бутпин, чем они там пытались сделать, неизвестно. Может быть, кэтагом китайским, но тем не менее у них ничего не получилось. Сейчас я собрал флеш, то есть калибровки нужные, и сейчас ее заливаю, флеш, и восстановленный EEPROM с этого же блока. Все, флеш он залил. Давайте теперь зальем EEPROM. Открываем memory dump, открываем EEPROM и заливаем EEPROM. Вот так вот тут быстро это сделал. То есть быстро очень залил EEPROM. Вот пины для recovery мы припаяли. Сейчас нам нужно их отпаять и попробовать, как будет у нас работать блок. Резистор отпаяли. Отпаяли все проводки, которые нам не нужны. И сейчас попробуем включить его в обычном режиме. Итак, включаем зажигание. Включаем обычный режим для блока. То есть вот Agdelka E83. И делаем connect. Все, блок законнектился. Давайте в обычном режиме попробуем прочитать EEPROM. Флеш уж не будем мы читать. EEPROM прочитаем. Так. Вот EEPROM. Теперь мы обязательно делаем disconnect. И закрываем его терминал. Так, теперь мы открываем сканматик, включаем зажигание, Chevrolet, круз, двигатель и нажимаем Agdelka E83. Вот, пожалуйста, все, на связь вышел. Вот его данные, есть процедуры, то есть блок на связь у нас вышел. Теперь нам осталось поставить его на машину и завести ее, собственно говоря. Сегодня мы с вами восстанавливали блок Agdelka E83, это Chevrolet Cruze. Блок был успешно завален, восстановить его не смогли, пытались тыкаться кэтагом, но кэтаг так ничего и не сделал с этим блоком. Нам помог его терминал. Все четко и быстро выполнил все операции. Всем всего самого наилучшего. Много интересной работы, много хороших клиентов. Наша работа выполнена и выполнена успешно. И вам желаю крепкого здоровья и успехов во всем.